Одним из основных приемов при анализе данных в документе является сортировка. Сортировкой в Microsoft Excel 2010 называется расстановка данных таблицы в нужном порядке. Например, от меньшего значения к большему или же от большего к меньшему. Рассмотрим сортировку текстовых данных. Стоит отметить, что текстовые значения могут состоять из алфавитно-числовых символов. При этом, если сортируемый столбец содержит числа, сохраненные в числовом формате, и числа, сохраненные в текстовом формате, то необходимо отформатировать все ячейки текстовым форматом. Иначе числа, сохраненные в числовом формате, после сортировки окажутся выше чисел, сохраненных в текстовом формате. Для того, чтобы отсортировать текстовые данные таблицы, выделите столбец с текстовыми данными. Перейдите на вкладку «Главное» и в группе «Редактирование» раскройте список «Сортировка» и «Фильтр». В открывшемся списке выберите одну из предложенных команд. С помощью команды «Сортировка от А до Я» программа отсортирует данные по возрастанию, а с помощью команды «Сортировка от Я до А» будет выполнена сортировка данных по убыванию. Также вы можете воспользоваться другим способом для сортировки табличных данных. Для этого кликните правой кнопкой мыши на выделенном диапазоне. В открывшемся контекстном меню раскройте список «Сортировка» и в предложенном списке выберите одну из уже рассмотренных команд. Стоит отметить, что пустые ячейки при сортировке всегда выводятся в конец диапазона. Также перед сортировкой необходимо отобразить скрытые строки и столбцы, так как они в этом случае не перемещаются. Теперь рассмотрим, как сортировать числовые данные. Для этого выделите столбец с числовыми данными. Перейдите на вкладку «Главное» и в группе «Редактирование» раскройте список «Сортировка» и «Фильтр». В открывшемся списке выберите одну из предложенных команд. С помощью команды «Сортировка от минимального к максимальному» вы сможете отсортировать данные по возрастанию, а используя команду «Сортировка от максимального к минимальному» будет выполнена сортировка данных по убыванию. Аналогично сортировке текстовых данных вы сможете выбрать сортировку из контекстного меню. Таким образом, используя сортировку данных, вы сможете детально проанализировать все введенные в таблице Excel данные и вычисления.